Всем привет, дорогие друзья! С вами Локи. Это Ultimate Team FIFA 14. И как-то на работе мне нечем было заняться. Я допроходил задания, которые нам давали, задачи тренера. И когда их выполняешь, дают золотой набор. И я решил его не открывать сразу, решил подождать до записи серии. И сейчас посмотрим, кто же нам там может выпасть. 12 предметов, минимум 10 золотых и 1 редкий. Игроков там, как я понимаю, может быть не так много, да? Расходуемые предметы, игроки, из них 10 золотых. Ну что, открываем. Барабанная дробь. И там у нас... Вентура, Роланда, центральный защитник Интера, Хави Торрес, контракт. Так, вот это мы отправляем сразу в клуб. Отправляем в клуб, контракты нам пригодятся, физическая форма. Ну, в принципе, как вы видите, из игроков эмблема. Так, вот эту эмблему отправляем. Так, продадим. Быстрая продажа. Угу. Стадион. Тоже продадим он нам, в принципе. Не так важен. Так, вот этих игроков давайте отправим тогда в клуб. Отправить все в клуб. И посмотрим, что у нас теперь. Также я, друзья, купил в состав, у нас теперь есть в составе защитники. Это Николас Ломбертс и Вермален. И в нападении у нас Бентеки, Лукаку. Вицель у нас сейчас травмирован. Поэтому, я думаю, нам надо немножко сменить. Так, действие. Поменять игрока. Поиск в моем клубе. Возьмем тебя, Бьянчи. Так, левый защитник Тотал у нас будет. Мы его тоже поменяем из списка на Хави Торреса. А если сделать вот так вот? Тоже 61, да? Давайте попробуем расстановку махнуть. Центральный. Так. 50. Вот без Вицеля, конечно, тяжеловато. Ну, вот так вот расстановка, в принципе, неплоха. Так. Рейтинг команды у нас тоже довольно неплохой. А Вицель у него что, контракт истек, да? Применить расходуемый предмет. Контракт. Золотой. Физическая форма, все в порядке. Теперь мы можем его спокойно выпустить на поле. Вместо вот 65, да? Так, посмотрим. Вместо тебя возьмем. Вместо Смита возьмем. Роланда. Так, и расстановочку. Вот теперь расстановку надо смотреть. Так, это не то. Сыграем в два нападающих. Бентеки и Лукаку. 67, вот выдвинутый. В принципе, смотрите, вот так тоже неплохо. 67 в одного нападающего и Лукаку подыгрывающий. Но мне будет так, честно сказать, тяжеловато, потому что я привык играть... В двух. Так, это уже пошло по три защитника. Мне это точно не подходит. Смотрим еще. Также три защитника. Защитника обязательно я играю в 4. Вот, в принципе, вот эта расстановка 4-1-2-1-2 меня вполне устраивает. Так, стоп. Вот так вот. Посмотрим. ЦП, да? А если сделать... Вот так вот. А, ну это нет.
обратно. Лассада пускай выходит. У нас, если что, Роланда есть на месте центрального защитника. Форвард. Ну, есть на что поменять. Есть центральный. Вот я бы взял на самом деле вместо Яго. Ну нет, Яго надо оставить. Вместо вот этого я бы взял Калела, потому что он центральный опорник. Он, в принципе, когда вот мы его меняем на Диуф, по-моему, это у нас, то, в принципе, довольно неплохо у нас остается наша статистика, и можно играть. Но продолжаем онлайн-сезоны. Турнир пока я брать не буду. У нас 6 очков, и следующий матч посмотрим, на кого нас закинет. Как-то я играл с парнем, у него была сыгранность команды сотка, были все игроки сборной Японии. Ну, не сборной Японии, а именно японцы. Так. Ну, давайте. Понеслась. Выход на поле у парня. Значок Милана. One Sword City. Сыгранность 100. Неплохо у него. Погба играет. Также в нападении у него, как его звать-то, господи, Квалирелла, да. Да, вот это Видаль, Пепе. Тяжеловато нам придется, дорогие друзья, но посмотрим. Посмотрим, что из себя представляет этот парень. Пока что мы в атаке. Хорошее забегание Вицеля. К сожалению, тут не получилось. Воу-воу-воу, что за дела? И вот Лукаку набирает скорость, скидывает на... Воу, это, как вы и просили, я прикупил. Все забываю фамилию. Нельзя давать подавать такие удары. Хорошо, с Вицелем. Бентеке. Пас от Вицеля не прошел, но Бентеке борьбу выигрывает. И тут же ее проигрывает. Хорошо. Вицель заброс на то ли Лукаку, то ли... Ну, какие-то подвесоны происходят в соединении интернета. Удар. Справились. Лукаку с мячом. Бентеке. На Вильяна пас. И тот делает хороший пас на Лукаку. К сожалению, мяч до него не доходит. С мячом наш соперник. Заброс вперед. Офсайда нет. Офсайда нет. 1-0. Может быть, даже зря я выбежал из ворот, но что оставалось? Ничего. 1-0. Это еще ничего страшного. Потому что моменты у нас были. Ну вот эти подвесоны, конечно, меня дико раздражают. И вот такие пасы тоже. Подача в штрафную? Нет. Справились. Вицель молодец, поборолся. Ох-хо-хоу. Молодцы. Разобрались. Лукаку можно скорость-то набирать.
Но, к сожалению, момент загублен. Ломбердс отважно вступил в борьбу, и будет удар от ворот. 22-я минута встречи, счет пока 1-0. Ну, у него состав посильнее будет хотя бы по подбору игроков. У нас сильных игроков не так много, но мы будем пробовать. Лукаку, пас на Вицеля. Подача есть, будет угловой удар. Дефур подает. А здесь уже Бентеки не успевает, к сожалению, к этому мячу. Хороший пас в разрез. Лукаку пытался от двоих уйти. Хороший пас на Лукаку. Тот до мяча не добирается. Снова небольшой подвесон. Видимо, соединение у этого парня интернета не очень хорошее. Ну вот, Вицель, выход 1 на 1. Удар по воротам. Штангу мяч попадает. Обидно. Обидно, досадно, но штрафной удар. А здесь что, отложенный штраф? Кому будет желтая карточка? Лукаку получает горчишник. Непонятно вообще за что. А здесь штрафной удар в нашу пользу. Подача. Вынос мяча головой. Перехват. Это может быть опасно, но нет, справились. Справились. Вицель. Аурьер. К сожалению, мяч упускает за боковую. Да. Дефур тут налажал конкретно. Ломберт с головой, отлично. И можно попробовать быструю атаку. Бентеке. Вицель. Заброс на Виллиана, но, к сожалению, того сил нет. У нас довольно дохленькие футболисты. И поэтому не всегда получается что-то сделать. Лосада с мячом, надо подавать. Подача есть, а вот до удара дело так и не дошло. Лукаку с мячом. Бентеке. Удар 1-1, друзья. 1-1. И вот так вот мы показываем, что у нас есть еще болт, который мы можем загнать сопернику в задницу. Отлично. 1-1. Силы, конечно, наших футболистов уже иссякают. Ух, опасно это все было. Аурьер. И можно попробовать атаку. Лукаку с мячом. К сожалению, до мяча здесь никто не добрался. Ломберс, потеря мяча. Удар по воротам, и вот так вот Кулиерелла на 45-й забивает. Похожая немного ситуация, конечно, с нашим голом. Но рано мы радовались по ходу дела. У него нападение пошустрее нашей защиты. Да, недолго музыка у нас играла. Но что делать? Перерыв, и посмотрим, что по заменам. Борьба идет, игра интересная. И я пока не расстроен даже тем, что мы проигрываем 2-1. Если матч завершится в ничью, то это тоже будет неплохо. И сейчас он что-то... Ну, давай, жми, что ты ждешь-то?
понять не могу. Надо посмотреть свои голы, что ли, или что? Так. Вилян, Лассада. Вот давайте их двух махнем. Состав Лассада. Давайте тогда Хави Торреса попробуем. Вместо Вильяна выпустим Бэхмана. Ну и давайте Салу тогда вместо Бентеки, чтобы травмы они не получили. Нам пока Свицеля. Тройная замена. И второй тайм, друзья. Второй тайм. Матча Локи ФК против... Не знаю, против кого. Но у Вицеля получилось оторваться. Есть подача. А вот, к сожалению, удар точным поворотом не прошел. Так, пока сдерживаем натиск соперника, удар ножницами через себя. Красиво, но без толку. Пас вперед. Сала прокидывает мяч. А вот здесь уже не получается. Заброс вперед. Лукаку забрасывает мяч за шиворот. Куда ж ты, дорогой, даешь пас? Это стопроцентный момент был. Ломберс пошел в атаку. Пошел ломать ноги, кажется, сопернику. Вот это может быть очень опасно. На скорости соперник уходит. Удар поворотом, и с таким скиллом, конечно, футболист забивает. 3-1. Ну, не забиваешь ты, забивают тебе. У нас был момент, в который мы не использовали. Это очень обидно. Ничего. Были шансы, и еще будут. Больше всего выводят вот эти подвесоны периодически. Ну, а у него начались уже выпендрежи. Перехват мяча. Пепе с мячом. Луна его прессингует, и скорости просто нет. Подача, вынесли мяч. Лукаку. Так, у нас это в штрафной лежит, что за дела? Лукаку с мячом. Мяч ушел за боковую, там вроде все в порядке. Но у нас замен-то тоже нету. Мяч на Вицеле. Ну, опять подвесон. Заброс вперед. Вицель примет мяч. К сожалению, не дотягивается он до этого мяча. Ну, а здесь мы первые. Да, так и есть. Лукака борется с защитником. Мяч выиграть не удалось. Да. Перевод на правый фланг. Будет подача. Да, подача есть. Выносим мяч. Да что ты будешь делать? Сразу двое. Вы посмотрите. Дикая какая-то у него защита. Ну вот, Вицель. Можно набирать скорость. Подача. Лукаку забивает. Есть. Отыграли один гол. И играть еще 15 минут. Попробуем, попробуем. Есть возможность для атаки.
Главное не пропустить еще. Удар. Повезло. Будет аут в нашу пользу. Нет, показывает в пользу соперника. Ну, судья, ты не прав. Ты не прав. А здесь офсайд. Здесь офсайд и будет наш мяч. Ломбертс, ошибка, но тут же исправился. Хороший момент был. Вицель. Аурьер, потеря мяча. Заброс вперед. Голкипер спасает. И можно попробовать быструю атаку. Хороший пас. И штрафной удар. Жалко, конечно. Ой-ой-ой. С ноги мяч снимают. Удар поворотом. Голкипер забирает мяч в руки. Тут же его быстро вбрасывает. Бехман принимает мяч на правом фланге. Бьет поворотом, но слишком слабо. Отбивается наш соперник. Последние минуты матча. Ну, не-не-не, все чисто. Ты, судья, свистит. Косоглазый, видимо, ему просто не видно. Последняя минута, мне кажется, мы уже не сможем провести свою атаку. Удар поворотом. Свистка нет, быстрее, быстрее, давай. Мяч на Лукаку туда, вперед. Вицель. Лукаку. Снова Вицель. Выигрывает мяч. Эх, запоздал с пасом. И финальный свисток, друзья. Проиграли мы 3-2, но ничего, игра была интересная. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Локи. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.